Вот это да! Как красиво! Как же волшебно! Настоящая зимняя сказка! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте, мои дорогие! Как же я рада вас видеть! Республиканская благотворительная акция «Наши дети» стартовала в Минске. Ежегодно во время акции руководители органов госуправления, местных властей, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, детские центры и больницы. Они поздравляют детей с Новым годом, Рождеством и вручают подарки, оказывают помощь в решении существующих проблем. Самый главный акцент и самый главный посыл, который делается в этой акции, это то, чтобы без внимания в Республике Беларусь не остался ни один ребенок. По традиции, в день старта акции в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи открылась республиканская выставка-конкурс «Колядная зорка». Участниками выставки являются учащиеся учреждений дополнительного образования. Готовила работу из глины, два ребенка в костюме зайчика и кошки. Их было очень сложно готовить, потому что все время начинаешь с лица, а тело уже скучнее лепить. Мы приехали с ребятами 10 класса. Им было очень интересно посмотреть на такое творчество. Наши ребята тоже, конечно, делают что-то своими руками, но такого уровня в силу своих особенностей достичь они не могут. Но, тем не менее, они посмотрели, к чему они должны стремиться. Здесь очень нравится. Я очень благодарна, что нас пригласили. Самое яркое, понятное. И с наступающим вас. Конечно же.